Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля, и мы продолжаем говорить о преодолении апатии. Еще один совет. Он достаточно прост. Когда наваливается на вас депрессия, когда она приходит в вашу жизнь, очень неплохо было бы хотя бы на какое-то время сменить род деятельности. Знаете, чаще всего депрессия навалится от некой монотонности жизни, от каких-то вещей, которые повторяются раз за разом каждый день, и даже голова от этого бывает кружится. Но Господь, Он хочет вывести нас из этого состояния. И один из способов – поменяйте сферу деятельности. Попробуйте сделать что-то, что вы давно хотели сделать, но у вас не хватало времени. Преддепрессионное состояние – очень хороший повод сходить в поход, куда-то съездить, бросить все и просто побыть одному, побродить по лесу. Я обычно так и делаю. Поменяйте, выйдите, вылезьте, выгляните хотя бы из вашей колеи жизни. И вы вдруг увидите, что мир намного прекраснее, чем тот окоп, в котором вы сидите.